С 23 сентября в республике стартует первый этап республиканской оперативно-профилактической операции «Подросток-2019». Ее цель – предупреждение правонарушений среди подрастающего поколения и гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Операция будет длиться одну неделю до 29 сентября. Свои усилия по работе с молодежью объединят правоохранители и педагоги. Специалисты посетят на дому подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Проведут рейды по выявлению продажи сигарет и алкогольных напитков несовершеннолетним. Уделят внимание дорожной безопасности. Основная цель данной операции для госавтоинспекции – это недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и предупреждение нарушений правил дорожного движения со стороны несовершеннолетних, а именно это переход проезжей части в неустановленных местах на запрещенный сигнал светофора и, конечно же, если не будут кататься на велосипедах и нарушать при этом правила дорожного движения. Если же дети нарушат данные правила дорожного движения, к административной ответственности будут привлечены их родители. Дороги беспечности не прощают. Только в этом году на территории Бендер произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Ранения и увечья в них получили 17 человек, в числе пострадавших – двое детей. Такая профилактическая операция – повод еще раз напомнить о правилах дорожной безопасности. Во всех школьных учебных заведениях города будут проходить с детками профилактические беседы. И, конечно же, будут патрулирования с юными инспекторами дорожного движения на аварийно-опасных участках дорог и на участках дорог, где большое скопление людей. Второй этап республиканской оперативно-профилактической операции «Подросток» пройдет весной следующего года.